motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал AllGame, Let's Play Rack, это Ark Survival Evolved, и, в общем, мы прошли выжженные земли пустыни. Напомню, что мы выживали в пустынях, убивали мантикору, это полулев, полудракон, полускорпион. Страшное существо, да, мы все там, короче, победили, все вырастили, все облетали, объезжали, а все, что можно было, мы, возможно, бывали, выживали, зажимали. Далее мы попадаем в следующий арк называется Абертация. Если вкратце, что из себя представляет Ark Aberration? Ark Aberration отправляет выживших в поврежденный арк, где отсутствие внутренней атмосферы привело к сильнейшей радиации, формированию глубокого ландшафта и изобилию различных мутационных форм. Собственно, в общем и целом, погнали, ребятки. Этот мир намного лучше, чем выжженные земли. Мне определенно здесь нравится. Посмотрите, какие формы, какие мутации. Тем временем, пора приступать к строительству нашего логова. В Aberration добавилось животное. Смотри, какой, короче, питомец прикольный. Смотри, у него, короче, разлагочелюсть какая-то. У него, короче, раздвачелюсть. Раздвачелюсть, смотри. Я тебя буду называть раздвачелюсть. Я обосрался. Я невыносимо обосрался. Так, сильная радиация в Aberration привела к невероятным генетическим мутациям, в результате чего появились новые существа с удивительными способностями, понимаете? Что сейчас на меня попыталось напасть? Слушай, я не пойму, тут на меня... Вот, что это? Что это? Посмотри, это... Я не знаю, что это, что с этим... Офигеть, это какой-то червяк! Охереть, это какой-то червяк! Жопа тебе, ты сдохнешь сейчас. Вот это Василиск. Слушай, ну по сути, это... Нихера, смотри. А у нее здесь гораздо интереснее, чем она кажется снаружи. Вот это баг. Вот это прикол. Уютненько. Внутри рот, смотри какой. Интересно. Вот так вроде бы ничего нет. А вот так есть. А вот так нет. Снова есть. Гребаный Дэвид Блейн, ты сюда добрался. Что такое? В рот мне ноги. Садомия. Та-ра-та-ра-та. Его это... Как сказать? Текстуры сожрали. Пол жопы есть. Остался только задний привод. Тот случай, когда очень хотел сильно эволюционировать, начал думать, что ты обезьяна. Вопрос, как и зачем? Слушай, а вот чисто гипотетически, если дерево рубануть, он разобьется? Рыба, ты нормальная, нет? Нет, вообще, серьезно? У нее уже все, она уже прямо ходячая стала, смотри. Дышащая, двояко, жаберная. В душу смотрит прямо, у нее уже глаз какой-то. Смотри, какой глаз, прям как у человека, это прям уже человек. Кстати, между прочим, рыбы, они не только в птиц там или в ящериц, они также еще были деревьями. Вот, например, целлокан пытается эволюционировать в куст. Он даже ветками колышется. Ну, смотри, дерево заглючило. Нормально, ты нормальная вообще? Что? Зачем ты так делаешь? Капуца растет поверх ботвы, прикинь. Что с этим миром не так? В общем, мы переехали. Короче, вот теперь здесь живем. Тут мы добываем газ. Здесь у нас, значит, такие травы растут. Наши динозавры. Нашего выживания. Тут, короче, мы живем, да. Типа, короче, зона релакса. Можно классные селфи делать на фоне вот этих всяких деревьев. Здесь у нас печки. Много печек. Печки нам нужны, чтобы печить. В общем, даешь в них дрова, и они потом вот так печат. В печках можно печить металл. Металл нужен, чтобы рыба размножалась. Если рыба не металл, икру, то не разведется. Так, а это, короче, наш
приталочный путь, привалочный пункт. Здесь мы приваливаемся, и когда мы часто встаем, мы тут приваливаемся, чтобы не сильно уставать в дороге. Мы приволачиваемся здесь, полной энергии, мы отправляемся дальше бродить эти прекрасные джунгли. Красные кристаллы. Мы нашли их, осталось только понять, как к ним спуститься. В общем, ребятки, долго блуждаем, мы нашли все-таки красные кристаллы. И теперь принимся за их добычу. Самое главное, здесь еще водятся дрейки. Вот сейчас мы пока находимся в этой местности, попробуем отыскать их яйца. Ох, нихера его захерачило, смотри, смотри, что с ним творится, закотяшила такая. Вот это его проглючило. Нихера, смотри, как его шторит вообще. В общем и целом, мы добыли красные камни, как и хотели, но теперь у нас возникла идея еще с собой прихватить яйца скальных дрейков. Поэтому мы начинаем поиск на время. Почему на время? Потому что у нас наши традиционные костюмы скоро испортятся, и мы умрем, а нам нужно еще вернуться обратно. Поэтому мы быстро-быстро сейчас будем на скорость проходить эти туннели, радоваться мгновением красоты и пытаться найти яйца скальных дрейков. Понять бы, как выглядит гнезда. Мы ищем яйца скальных дрейков. Цель номер два. Кажется, сейчас второй раз будем умирать. В общем, ребятки, если кто еще не понял, что происходит, объясню. Да, последний раз мы ходили за розовыми камушками. Все было нормально и даже очень даже отлично. Мы радовались как могли. Мы как дети бегали и смотрели на всякие сияющие вкратные синие, зеленые штучки, издающие разноцветный перламутровый цвет. И тут вот круто, откуда ни возьмись, появились какие-то какая-то. В общем, очень огромные, бежим, мазафака, очень огромные хищные какие-то инопланетные твари, похожие на каких-то чужих. Как написано было последний раз, что мы увидели, жнец королева и жнец король. И в мгновение ока они нас уже раздели, расчехлили и убили. В общем, все погибло, все пропало. Два портсигара отечественных, магнитола, два фотоаппарата импортных, две кожаные куртки, все изделия. Смотрите, вот просто вниз снаряд, посмотрите, винтовка пропала, снайперская винтовка пропала, арбалеты, два штуки пропали, серп пропал, два этих пропало. В общем, до хера вещей, которые у нас были, все попропадало. Мы теперь с голой жопой начинаем все заново. И да, теперь у нас есть... Да, кстати, красные кристаллы тоже пропали. Мы добыли кучу красных кристаллов, и они тоже пропали. Понимаешь? Пропали. Все пропало. В общем, это были удивительные приключения. Ну, а теперь мы почитали, что нам нужны мегалозавры и либо аллозавры, прокачанные больше 10 тысяч жизней, и тогда они с легкостью могут победить жнецов. Ну, по крайней мере, так пишется. Так пишется, я думаю, что писать херню что не будут, правильно? Вот поэтому мы сейчас отправимся на поиски мегалозавров и аллозавров, и будем корчать из них армию, будем их оседлывать, вот, потому что спинозавры, я так понял, такое себе удовольствие. Что-то они неповоротливые и что-то как-то они вообще... Мне очень страшно за эту игру на самом деле. Это по-моему, наброски к фильму «Нечто». Он еще и левитирует после смерти, понимаешь? Это дикий влог, и мы открываем неоткрытые части карты, вот. В общем, на этих собаках можно лазить, оказывается, по канату. Это особая канатолазанная, лазоканатная собака. На китайскую хохлатую похожу, японскую лысую, вот. Места здесь были очень живописные. Это скальный влог, и мы продолжаем искать супер-мега-сильных животных. В общем, мы здесь сделали привальчик, и приколитесь, тут, короче, есть грибочки, ребятки, очень-очень интересные грибы. Не рекомендую вообще никак в них туда, чтобы вообще попасть, потому что если вы там, то это конечно, все, это все. В общем, сейчас вы все увидите. С вами канал Олигейм, Let's Play Rag, и это грибной трип.
Мне херово, подожди. Да, в общем, вот эти грибочки могут излучать вот такую пыльцу. И когда вы в ней находитесь, с вами творится просто, просто песня, сказка. Одновременно и быстро умираете, при этом сретесь, можете наложить прям целую кучу, а может и две, если успеете, и три. Нашли проход в новый биом. Так, там крот. Подожди. Блин. Охереть. Вот это я прыгнула. Оказалось, что здесь была пропасть, и я упал в какой-то биом. Очень похож пока на синий биом. Очень похож на синий биом. И мы отправились искать выход из этого биома. По пути нам встречались разные вещи. Необъяснимые, невиданные. Продвинувшись немножко дальше, мы все-таки нашли выход из этой пещеры, но, ребятки, этот удивительный мир, такой неисследованный в том направлении. И мы решили испытать свои яйца на прочность. Приключения. Я тебе кричу, это будет жесткая, жесткая поездочка. Побежали. Обещаю, ты обосрешься, когда приключения даже еще не начнутся. Офигеть. Офигеть. Смотри, смотри, как тут весело и прикольно. Как тут до хера опасно. Туби пиз. Я же сказал, ты обострешься еще до того, как все начнется. Нифига себе. Ну привет, текстурки. Ну привет, сквозняк в стенках. Нам нужно новое ездовое животное, и теперь мы будем сейчас отлавливать вон тех опустошителей. Отлично, усыпили, осталось приручить. Идет загрузка. Мы вроде бы на свободе, мы почти выбрались, по-моему, слышишь, я знаю, куда мы прибежали. Что-то мне подсказывает, что мы прибежали... Слушай, так мы это... Мы, по-моему, с вами в Велорибу попали из Велобанджи. Смотри, короче, да. Это же наши кусты. Это же наш район. В натуре. Мы попали в свой район. В общем, ребята, мы выжили, мы пришли обратно, откуда мы ушли. В общем, мы сделали такую закольцованность. В общем и целом, мы побывали в различных районах этого квартала, поисследовали различные поисследования, выяснили. И, в общем, мы решили, что мы еще должны развиваться, мы еще должны окрепнуть, мы еще должны сколотить много и много интересного, потому что все. В общем и целом, ребят, мы все-таки узнали, что находится в той или иной степени в той дырке, а в дырке находится очень много удивительного и очень много опасного. Мы потеряли нашего опустошителя. Кристаллы красные мы также потеряли, потому что мы встретили очень странное создание. К сожалению, мог вам его записать и показать, но на картиночке вот тут вот сбоку вы его сейчас увидите. Королева какая-то, или король, или как он там называется, в общем, какая-то, да, жнец, в общем, жрец, очень дикое, страшное создание. Да, жрец, живец, в общем, очень ужасное создание. Мы, наверное, будем дальше продолжать развиваться. Мы будем делать новые костюмы, новое оружие. И думать над тем, какого животного здесь найти, какое животное будет сильное, которое сможет за нас постоять или отстоять в той или иной битве. Возможно, мы даже сделаем небольшую армию животных и будем с этой армией ходить и просто выкашивать всех опасных тварей, которые здесь нас окружают. С вами был канал OliGames, Spring Rack, это Ark Survival Evolved Aberration. Увидимся, ребятки, пока!